и съели вдвоем. Съели японцы. Да, но еще далеко не со стопроцентной уверенностью мы можем утверждать, что матч закончится именно с таким счетом. Да, обе команды устали, и ошибки сейчас могут последовать на ровном месте. Просто от усталости, просто от того, что уже голова перестает... Ой, какой гол! Ой, какой гол! Ух ты мой! Вот он, свежий Джокер. Вы знаете, это тренерское искусство Фитинга. Это его победа. Это победа тренера, который с 9 июля возглавит сборную России. Вот это его работа. Его работа у бровки. Его работа на тренировках. Его работа с запасными. Вот он выпустил игрока, который в апреле повредил серьезно колено. И этот игрок забил 2 мяча. Ну что ж, вот японцы в таком же моменте не распределились. А австралийцы, как здорово Кехилл попал. И никто не выходит, никто не мешает ему бить. Это усталость, да. Это зона, конечно, куда должен был опуститься. Может быть, и Наката, и Накамура, но... Метрах, в нескольких метрах. Вот пятый номер, капитан команды.